Рабочие фирмы «Строймонтажцентр» заканчивают капремонт многоквартирных домов в микрорайоне ДЗФС. Бригада из Чебоксар утепляет фасад домов 22, 22А и 22Б, а также обновляет защиту межпанельных швов. Конкретно утепляем дома вот эти сэндвич-панелями. Потом зашиваем этот фасонкой, балконы закрываем. Окна обрамления. Какой это даст эффект для дома? Красоту, тепло. Ну, красота, понятно. Главное, тепло. Ну да, главное, тепло. А летом? Летом прохладно будет. Это как холодильник получается, что ли, что? Всего в этом году в Дмитровском округе будет капитально отремонтировано 97 домов. В перечень работ входят ремонт кровли, утепление фасада, замена стояков центрального отопления, оконных и балконных блоков в местах общего пользования и другие ремонтные работы. Гарантийный срок ремонтных работ – 5 лет. За соблюдением сроков выполнения работы и качеством следят специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области. С перечнем адресов, вошедших в программу капремонта, можно ознакомиться на сайте администрации муниципалитета в разделе «Комфортная среда».